В этом году увидит свет новая книга-альбом, посвященная нашему городу. В ней будут собраны фотографии, иллюстрирующие жизнь Ильичевска во всех ее проявлениях. Отдел культуры исполкома предлагает ильичевцам поучаствовать в создании фотокниги. 15 февраля стартовал творческий конкурс на лучший дизайн обложки книги-альбома о нашем городе «Верю в будущее твое, Ильичевск». В прошлые годы эту работу выполняли профессиональные дизайнеры, а в этот раз отдел культуры предложил поучаствовать в ней жителям Ильичевска. Главными целями нашего конкурса является привлечь внимание горожан к истории и культуре города Ильичевска, раскрыть важность современных проблем и воспитать бережное отношение к нашему городу, выразить языком фотоискусства любовь к нашему городу, открыть новые имена и, конечно же, поддержать новые таланты. Тематика конкурса – город, его предприятия и организации, жители, архитектурные и природные пейзажи. Работы могут быть выполнены в различных жанрах. Фотоработы могут быть представлены в разных жанрах фотоискусства. Это может быть и портрет, и пейзаж. Приветствуется также сборная фотография, коллаж. Фотоработы могут быть и черно-белые, и цветные. Оценивать конкурсные работы будет квалифицированное жюри. Это Протопопов Сергей Евгеньевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства, Кристанова Юлия Анатольевна, начальник отдела культуры, и Андрей Данилишин, ильичевский фотохудожник. Каждая фоторабота, участвующая в конкурсе, будет оцениваться по ряду критериев. В первую очередь это соответствие теме про город, технические качества, это контрастность, цвет и так дальше. Также идут художественные характеристики, идея, композиция и качество фотографий. Свои варианты обложки книги нужно предоставить в электронном и печатном виде. Обязательным элементом макета должно быть название города на украинском и английском языках. Фотоработы подаются с сопроводительным листом. На нем должно быть указано фамилия, имя, отчество автора, его контактные телефоны, email, если есть. Без сопроводительного письма фотоработы не принимаются. Конкурсные работы принимаются в отделе культуры в кабинете номер 216. Дополнительную информацию можно получить по телефону 641-65. Последний день приема заявок 26 февраля.